Попробую еще разок. Главный клик не срабатывает, ах. Ладно, нажимаю кнопочку LOAD. Тут написано, строите впереди базы. А. Строить вперед база, чтобы двигать в... Чё там? Чё не успеваю перевести, не понимаю я, чё там, как там. Их, ладно. Так, командир, где? Командир тут-то. Исследую. Я сначала здание. Сокращаю стоимость на 5% в строительстве зданий. И время строительства на 10% быстрее все строится. Радары нужны? Да пусть будет. Экстрактор материи строю. Строю экстрактор материи. Ставлю немножко электрических генераторов. Затем поставлю немножко лабораторий. Как научных станций. Научные станции. Тут и все. И командир идет туда, подальше намазу. Чуть подальше. Теперь вот здесь я строил. Нет, все, чуть подальше надо двигаться. Выдвигаться нужно чуть-чуть сюда. Разрываю базу на две части. Но я вижу, в этом необходимость есть. В этом есть необходимость. Лично я вижу решение именно в этом. Где база будет? Нет, а почему? Я ее поставлю здесь. Я вторую базу здесь построю. Вторую часть базы. Да? О, может я удержу эту позицию? У меня будет два бонусных экстрактора. Два бонусных из депозита материи. Ну-ка попробую удержать эту позицию. Что же я так раньше не делал? На старте вот эти экстракторы материи, ох, как нужны. Ох, как помогают. Так, недорогие пристройки к фабрике. Генератор щита. Радар. Зенитка. И ракетная установка. Все это недорого, но помогает. Укрепляет фабрику. Эта фабрика предназначена только для строительства инженеров. Инженеры будут отсюда ездить и строить. Все строить будут. Я играю против трех искусственных интеллектов. Против трех роботов. Против трех компьютеров. Два из них нормальная сложность и один легкая сложность. Ядерные бомбы, они будут просто град ядерных бомб на меня сыпать. Мне нужно будет обороняться от артиллерии и от ядерных бомб. Пока не знаю, как это сделать. Научные станции строятся. Еще не строятся. Еще инженер едет. Да. Но у меня появились дополнительные экстракторы. Материи. Два. Надо их удержать. И надо удержать место, территорию. Так. Научная станция начала строиться. Теперь этот апгрейд сделаю, этот, потом там дальше. Потом
антиядерку, потом артиллерию дальнобойную, потом короля Криптора. Я выиграл. Просто нужно удержать позицию, не потерять экономику, не потерять важные объекты. Свои. Командир, давай. Ты у меня боевая единица самая сильная сейчас. Укрепленная артиллерия. Следующий апгрейд будет. Пакет я смог стрелять. Уже не стреляет. А, стреляет. Что ж я не увидел. Далеко стреляет? Угу. Далеко стреляет. Во-во-во. Как интересно летят. Все видно. Ну, поиграешь. Хорошо. Видны ракеты. Каждая ракета видна, куда летит. Все не видно. Спрятались. Скрылись ракеты. Дально усиленная, укрепленная артиллерия. Потом пушка Гаусса, потом зенитки, потом ремонтный набор на генераторах энергии. И потом начну строить генераторы энергии. Здесь где-то у меня будет противоядерная оборона. Мощная, крепкая. Пушка Гаусса появилась. Все. И зенитки сейчас появятся. Растет экстрактор материи. Материи увеличивается 1,2 в данный момент. Сейчас я апгрейд сделаю. О, ну не сейчас, не скоро. Посмотрим, сколько будет извлекаться потом. Ты начни... этот начнет генератор энергии строить. А здесь? В чем будет? Начинай строить генератор энергии, давай. Все застроишь здесь. В генераторах энергии. Вот этот пятачок я застрою генератором энергии. Это у меня такая идея возникла. Почему бы нет? Сможет ли он? Не знаю, ну-ка, зенитки. Все, долетался на бомбировщик. Так, этот что будет делать? А, он тоже будет строить генератор энергии. И много-много щитов надо будет строить тоже. Так, здесь что? Здесь ничего. Давай еще пяток. Десяточек инженеров. Что, что у меня? А, ничего. Ремонт. Да, ремонтные наборы. Конвертер материи. Скорее сделаю. Энергию.
исследования, улучшение, так, как это сказать, объем, скорость исследований, повышение на 20%. Ну, командир, дурака валяет, бездельник. Ой, что это я отправил? А, я его отправил туда? Не хотел. Так, куда ты пошел? Этот куда пошел? А, никуда. А куда пошел? Туда тоже. Широкая полоска, куда он двигается, значит. Да? Так, мне сюда нужна пара генералов. И сюда. И сюда. И хватит. Так, этот будет строить электрические генераторы здесь. Генераторы энергии. Этот будет строить генератор энергии здесь. Здесь. И здесь. Этот будет строить генератор энергии две батареи с конвертерами материи. Так, надо еще инженеров, я чувствую. Ладно. Да, пока что мне удается удержать эту позицию. Масс-конвертер есть. Конвертер материи есть. Кто-то теперь построит конвертер материи поближе к командиру, поближе к базе. 5, 5. И хорошенько защитить от артиллерии и от ядерных ракет. В первую очередь. Прямая лодка для артиллерии. Так, ты построишь конвертеры материи где-нибудь здесь. Не очень надежно. Потом укреплю. Все, энергии уже много, нужны конвертеры материи. Это, наверное, не доедем. Так. О-о. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Такая диверсия. Диверсия. Теперь щиты. О, там мёртвые материи разбили. Да. Как быстро. Как они быстро. Ой. Так, еще один там мёртвые материи надо такой. Махали только что бомбежкой. Так, я отрезаю. Парочка. Пока не много. Да?
Оу, что происходит? Я захватываю. Я не выдерживаю. Я посмотрел. Какой кошмар. Я все понял. Все понял. Трансформатирую. Командир, давай, сейчас. Давай. Сейчас. А, щит не пробьет так быстро. Так круто. Commander under attack. Under attack. Так, инженер куда пойдет? Куда пойдет инженер? Что происходит? Вот, вот. Так. Что надо тут устроить? Место разрушенное. Ну и хватает материи. Молодой есть конверт. Уже. Так, время ставить щиты, видимо. Хотя бы так, для начала. О, нет, слишком было. Commander under attack. Один. Z не работает? Ctrl Z. Так, ладно. Так, посмотрим. А что? У меня клавиатура перестала работать неожиданно. Что ты будешь делать? А, вот, заработал. Ctrl Z. Ctrl Z. Как перелистывать? О, я могу перелистывать. Я не знал. Ладно, исследование. Где мы сделаем следующий? А, прокачку туда. Ну где у меня уже конвертер? Вот они. Тул 2. Давай строй здесь оборону хорошую. Я поставлю
Сначала пушки, потом щиты, потом три зенитки, потом артиллерию, две, потом одну противоядерку, это здесь, потом еще щиты, потом вот это, потом вот это. Это укрепленная артиллерия. И потом дальнобольная артиллерия. Будет где-нибудь здесь. Ну, давай попробуем такую базу. 3, 4, 5, 6. Это очень круто будет. И какой-то инженер уже должен будет щиты ставить везде. В первую очередь здесь. Там, где у меня база. Так, один инженер не нужен. Следующая кнопка. Инженер, давай. Файтер. Уже начнет строить противоядерки. Раз. Два. Три. О, у меня плюс 900 энергия уже. А я построил все? Всю энергию построил? Нет. Строится еще. Да, хорошо. Так, время строить еще дополнительные. Берем всю энергию. Сколько я могу? О! Где-то пара сотен тысяч было. Производство. Строителей много? Пока много. Что, короля, который делаем? Давай. Давай. Пока по укороченной программе короля, который делаем. Ой. Ой. За мной пришли. Ой, за мной пришли. Да. Такие пушки построим. И щиты некоторое количество. И щита. Так, противоядерка готова первая. Загружу ее по максимуму сразу же. Вот так. Все. Противоядерка ядерный закет пошел. Противоядерка. Давай. Скоро будет хорошо. Так, ну что, артиллерия мне уже не очень страшна. Как-то выдержу. Строители резервные есть. Давай я еще подобавлю. Питок. На всякий случай. Истребители надо делать. Некоторое количество. Здесь будут истребители производиться. Так, это у меня маленькая база. Попробую ее вверх. Так, пристройки. Щит, радар, зенитка, ракетная установка. И непрерывное производство истребителей. Ну, сейчас у меня будет артиллерия уже. Стрелять, блядь. Этого чувака. Дальнобойность увеличим. Ну, что? Чего не стреляем-то? А, там нет ничего. Понятно, уже разбили. Давно.
У меня слишком много ресурсов. Это беспредел. Это надо уже расходовать. Тоже неприлично. Много. Экстрактор. Остановлю запись. Я могу еще поиграть-то? Ну, можно попозже. Thank you.
Да-да. Положу. Ой. Я на работе положил в дом повара. Я им даю, они мне даже не дают. Commander under attack. Strategic launch detected. Under attack. Under attack.
Так, сейчас, секундочку. Паузу поставлю.